Давай. Ты знаешь, как пройти под шестом, короче, вот так вот спину назад? Давай! Ух! Ну, я не знаю. Это кривовато. Все слетели. Ни точки, блядь. Что за чайки тут летают? What the fuck? Я понял, а кто включил? Бонни, блядь. Хуй, блядь. У вас там все в порядке, пацаны? Не особо. Пс, пацаны, это было нечаянно. Да. А, у вас коптер живой, чего вы на меня гоните? Дрозд, все в порядке, я его загоню. Эндер, вырубай. Она выключена. Я сказал, вырубай. Вырубай. Шустрее. Ты должен успеть. Помню. Бегу. Никак не успеваю, блядь. Чёрт, где мой домик? Не успел. Черт. Я ствол свой не вижу. Итак, ребят, мы сейчас собираемся отправиться на рейд башни, которую мы смотрели с Дроздом, и пойдем мы у нее через первый этаж. Там мы сплэшем, разнесем, я думаю, очень-очень-очень много чего. Если там, конечно, будет не армор сплошной. А у меня с собой 16 ракет, у Эмбера с собой 16 ракет, у адеквата пулемет и 3 стака разрывных. Я думаю, что нам пока что этого должно хватить, чтобы ее зарейдить. Ну так что, в принципе, полетели? Вот напротив входа надо выставлять турель. Пойдем через первый этаж. Забегали. Внутри? Да. Ого, онлайн рейд. Так точно. Пулемет доставай. Замажил кого-то. Минус он. Нет. Армор. Да. Опа. Это ему хэд. Угу. Минус. Отлично. Эмбер, бахай. Ракету. Туда же, ракету. Прям насквозь бьем. Прям. Да. Убил его. Минус. В люке был. Он ракету обратно выпустил нам. Ну ты че? Да. Отлично. О, далеко пролетела ракета, ребят. Кажется, это все. Нет. Минус он. Да. Ну, бегал, ты хотел сказать. Минус. А РХБЗшника залутали? Нет. Шкаф. Адекват нет. Выбивай нам шкаф, мужик. Сейчас. Обезоружим. Железо. Ищем железо. Эмбер. Ребят сзади идут. Кто-нибудь ко мне? Эмбер. В дом можно заходить уже, Надя. Заходи в дом. Ракеты, сихи, твою мать. Топливо. Где железо? Ищем железо. Ясно. Шкаф. Вот шкаф, скорее адекват. Вот шкаф. Железа нет? Дерево есть? Ладно, чекаю в них. В них смотреть, наверное, надо, я не знаю. Они сверху откуда-то шли. 53. Ха, прикольно.
камень есть. Зато ракет херва туча, серы, пороха. Тут что? Ага. Бобсихи. High quality. А, high quality, шестеренки есть? Есть. Изи. Делаю армированную. Угу. Есть на соло хотя бы замок? Дерево. Да. Вот в шкафу. Делайте. Соло замок делайте. Изучают. Наверху. Дверь поставил, соло замок ставьте. Опа. Сюрприз, мазафака. Ага, задамажил меня сильно. Силис. Минус он. Никого. Турель кого-то явно. Это не турель. Это что-то не очень турель. Слишком. Минус. Кровати. Да. Чисто. Херня всякая, двухстволка. Зарезался. Не, погоди. Ну ладно. Так, перезарядка у меня. Мясо. Чё они там изучали? Чё у них по скрепу? Ворота изучали. Спасибо, изучу. В смысле, у пацанов нету железа? Это бред, значит, еще лутовые есть. И значит, это какой-то... А нет, смотри, это адекват, чекай. Это все земля уже. Да, сила. Чё за бред? Как они жили без железа? Ой. И треугольник, да? О. Стоит этот одинокий холодильник, который видел Дрозд. По кругу ничего нету. О, люки от... О-о-о! М39. Тунг. 54 патрона. Склад. Так, и что за одинокий такой? Да, пустой. Странные ребята. Вон печка у них большая, там скорее всего металл, слышишь? Наверное, да. А то там сидят всякие антирейдеры. Ну вот и печка. Держи пулемет. Я пошел. Откройте мне дверь. А, я через люк вылезу. На, Эмбер, пулемет. Эмбер, добивай разрывными. Все, все. Все, выбивать? Сейчас выбью. Отошел? Да, да. Я попал? Нет. 82 хп. Да я выбью отсюда, не надо. Вот теперь все. Попал. 562 железа. Да, такое себе. А, эксплозиво 159, ребят. У-у-у. Не заметил сразу. Да. Сотку забрал. Угу. Все. Давай, открывай, Эмбер, закрывай. Адекват, ты сделал кодовый замок? Делаю. Ну, нам снять тогда эту? Соло? Да, снимайте, я иду. Снимай и запрыгивай, я пока завожу вертолет. Все, открыта дверь, адекват, мы улетели. Понял, понял, идите. Вот такой вот получился у нас онлайн-рейд, который был для нас неожиданностью. Мы буквально 5 минут назад чекали, в доме никого не было и была полная тишина. Видно, хозяева зашли тогда, когда мы уже турель поставили. Ну и, конечно, по взрывам у них было все круто. 150 эксплозива — это 15 потенциальных ракет. Или 7 сишек. Но то, что у них в доме не было железа, это, конечно, удивило. Они, походу, его постоянно расходовали на грейд. Но у них железа не было даже в шкафу. Как они не боялись гниения, я не знаю. Давай сначала зачистим эти скалы. Вдруг там сидит кто. Ходит слева. Минус 2. Еще. По-моему. Это сейчас я бегу. Что-то антирейдеры какие-то с валерами. Так у него патроны забрать можно. Смол стэш. Нычка. Хера себе там. Забрал. Рез. Попрыгай, дай. Что такое?
Еще один РХБЗшник. Хедшот тычка. Минус. Угу. Тогда все, залутываемся по коптерам и домой. Что у нас здесь такого осталось? Так, ну все, типа все вычищено. Зарейжено! После этого рейда я понял, что в нашем районе рейдить больше нечего. Мы перерейдили абсолютно все. Оставался только дом Элевена. И так как мы потратили очень много времени на данный сезон, я прекрасно понимал, что все ребята ждут окончания сезона. В этот или следующий день. Когда я им дал намек, конечно же, всем захотелось в этот день. А так как я не могу осилить дом Элевена, тем более в онлайне, я решил не просто выкидывать лут. Мне хотелось порадовать бичей, посмотреть на их реакцию. Что будет, если закидать рандомного игрока кучей лута. О, бич бежит. Чекай. Блин, только бы он не стрелял. Hello! Stop! Hello! Адекватно, а поаккуратнее. Hello! Stop! Please! It's for you. Are you serious? Yes. Oh my god. I love you. Good luck, bro. Он один не унесет. А это его дом. Я как люблю вас. Так. Давайте за следующей партией до дома тогда. Да все, прям набирайте и все, изи-бри. Только разрядите оружие. А оружие разрядите. Не, серу оставь. Есть чувак. Где? Голый, внизу. Под нами? Под нами ровно. Да, строится. Ты ему говоришь... А, строится? Отлично. Hello. Hello. Hello, man. У него микро нету. Бляха. Найс. Very good. Yes. Выкинул каменный топор. Все нахуй, этот дом надо строить. Как спросить, это твой дом? А, it's your home? This is your house? О, окей. Скажи, заноси. У меня просто мозг сейчас не работает, чтобы общаться. Сейчас побежал. Таскать погонит. Че, полетели, еще искать. За а у вас еще лут есть? Не, я все скину. Я все скину. Вы просто гляньте вот на это. Прикиньте, он в ахере. Просто я бы охерел. Я бы тоже. Я бы, наверное, умер, на самом деле, отчасти. Он там с каменным топором, мазафака. У него перевернутая буферка. Жесть. Мне кажется, он новичок в расте. Ну вот, попробует всякие виды оружия там и так далее. У него не лезет. Окей, мэн, гудбай. Good luck. Goodbye. Все, полетели. Да хоть настроение Max. Подняли, человек. Да, не все состоит здесь из читов гребаных. Из говна. Да. Ну, типа, есть и хорошие люди. Но это единицы на самом деле. Хорошие люди заканчивают сезон. Ох, блядь, ты меня аж пошатнуло, сука. Не говори мне об этом под руку, пожалуйста. Садись, Надюш. А, ну ладно. Я сам долечу. Hello, man! Hello! Stop! Check! This is gift for you, my friend.
Топливо заберу. Oh, wow. It's for you. Good luck. Бля, вот здесь вот просто взорвать стенку и самое. Сейчас мы к вам прилетим. Я забрал, я половину забрал. Он не знает, что с этим делать. Они просто не знают, что делать. Он просто на это стоит и смотрит. Это мы говорили, ребят, наверное, рядом с вами. Хотя нет. Мы далеко от вас. Вы далеко. Все, подлетаем. А, вижу. Ты точно слышал кого-то? Да. Сейчас я сяду только нормально. А то тут уже темно. Ну вот эту тогда. Отходи. Кажется, тебе показалось. Да, печалька. Хуёво. Помогли бичу. Минус стена. Давайте просто закинем ему в ресов сюда и все. Да, конечно. Не. Заброшенный дом. Заберут. Куда теперь летим? Ну здесь надо смотреть, постоянно же что-то меняется. Вот хозяин, вот он. Вниз, ребят. Внизу, под нами. Hello, man! Hello, hello! Sorry, I can't hear you. I have my music on, but... Beast, right, your phone. How's it going? You hear me? Yeah, I can hear you all right. Yep. Where your house? Your phone, what? No, I actually don't have a house. I just started... Он еще не имеет дома. Скидывайте. Yo, nah, bro. Такой. Oh my god. Thank you. Good luck, bro. Good luck, man. Goodbye. Thanks. Подожди, стой. Надюк, давай скинем ему сет. Где он там был? Давай. Где он? На коне только что бежал, блин. Вон он. Возле электробудки. Да, возле электробудки. Разряди свое оружие, Надь. О, он плохой. Опа, плохой. Вали его. Минус. Стоп, не добивай только. Он не умер? Нет. Подними его, разряди его и подними. Hello. Hello, man. Пешка. Адекватный круг. Я не могу стрелять от бедра. Hello, man. Минус. Короче, я его убил. Он тупой. Фух, чуть плохому человеку сет не отдали. Полетели, Надюх. Погнали. You friendly? Hello. Yeah, I'm friendly. Okay, very good. Take gift ты, говорит, for вау, you. Ты, говорит, красивый. Скин на всему сет. Он говорит полный. Окей, good luck, man. РХБ запускай. Thank you so much, говорит. Полетели. Ой, я не туда сел. А я, походу, дроздовский взял. Погнали. Чего там радости, полные штаны? Да это ж, ребята, это официалка. Здесь вайб будет через месяц только. Вы прикиньте, люди только начинают играть, кто-то вообще только заходит. No, 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 no! No, 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 no! No!
кажется, я не буду, я не доверяю ему. Нормально. Опа, прилетело. Да вон там, чувак. А чем он стоит? И почему у него ник цифра? Ребят. Подозрительно, да? Бот какой-то. Ну нахер его, у него цифры, он что так может быть? Одевайтесь, и у нас вертолет, надо валить отсюда. Причем срочно. Вот такой вот поступок я решил сделать. Напишите в комменте, чья реакция вам понравилась больше всего. Мне интересно это знать. И если вам понравился мой поступок, то поставьте свой царский лайк. Ну а теперь переходим к главному. Я решил отдать ракеты читеру. А если быть точнее, Элевену. Ну вот, мы раздали лут бичам. И сейчас собираемся отдать то, что хотели читеры от нас все это время. Они хотели ракеты, они хотели психи. Вот, мы сейчас им все это дело принесем и отдадим. Так, сихи и бечевки я заберу. Вот, ракеты еще кто-то возьмет. Эмбер, возьми ракету. Ты сейчас, мы это, магазин то, что захватили, там адекват строят сейчас надстройку с окнами. И мы будем оттуда отстреливать все ракеты, а потом я докину сихи на то, что там останется. Вот такой вот у меня план. Потому что рейдить его, это нам надо потратить очень много времени, очень много ракет. Вы сами видели, что там внутри. И заморачиваться на это дело я не собираюсь. Я просто, еще раз повторюсь, отдам ему то, что он хотел. Почему бы здорово не похерачить? Не-не-не, это я хочу сначала стенки пробить, чтобы проход был, потому что антирейдеры сейчас понабегут, а мы, типа, ну, нормально не выйти будет, понял? Я сейчас стенки ему взорву, тупо, и все. Прошли сутки, Бонни бежит до забора. Хочешь? Каменный? Хоть бы меня подождали, не? Это ты хотел, ублюдок! Вот так получай! Мазафакер! В центр бьем. О, хорошо сыпется. Ой, замечательно. Я прям экстаз. Еще по пару ящиков ракет. Да, согласен. Да. Сейчас по дроссу попаду. Дросс, там аккуратней. Да, мэн. О, осыпалась крыша. МВК там у него? Да, первый армор появился. Ой, красота! Ой, а у меня все, ракета рим. Тоже. Скинем по 3 штуки. Минус дрозд. По 3 штуки скинул? Да. Давай. Воу! Хедшот! Так. Ставим окна обратно. Нам мешают рейдить. Шо ты там? О-о-о-о! Чёрт! Как шо? О, Элка начала стрелять, ребят, по-моему, с базы.
Да, хедшот. Да. Короче, убил его. Ты кого, его убил, да? Да, ваш. Ага. Блин, надо как-то туда идти теперь. Типа. Всякие пешки стреляют. Пешка. Я иду. Это зажигательная была, а да, ты кинул я туда, знаю. Но так ты туда, куда мне взрывать надо. До хера кинул зажигалку. Я хотел ему в окно попасть, а тормоз. А если лесенки? Есть штурмовухи? Я скинул, да, 5 штук. Давайте, ребят, надо сюда сейчас. Вот это дырень, на самом деле, неплохая. Давай, что ставь. Вы? Есть еще 2 зажигалки. Аккуратно, адекват. Ебать. Открывает там. Готовлюсь зажимать. Ой, какие же сыкуны они. Я не взял сихи хорошие. А где они? Дома? Разрывали. Да. Пошел за ними. Много. Минус. Кто пиликает? Это я. Ну, видимо, совсем дома, я не знаю. А сихи дома? В смысле дома? А, я их потратил, ребята, извините. А, 4. Да, заряжаю разрывные. Есть наверху, по-моему. А что тут вообще, кстати говоря? Вот, как они достают? Вот мы под нычкой. Как они достают? Наверху отстрел. Ему бы только открыть, он сразу, я хочу ему просто рожу расхерачить. Давай, Эмбер, попробуем вот эту бодягу. Открыл справа. Минус. На нахер. Куда прёшь? Чё там? Угу. Перезаряд. Кто это такой? А, подсосник вышел. Ну привет. С кровати. И здесь у них калаши. Много калашей. Зачем тебе кровать, мразь? Так, заряжай, да заряжай, Сэмбер. Да, так он меня стреляет, ты чё адекватно? Айлер, говорит, чья? Кто? Я на башне, деревянный. Вот, сука, расстреливает меня. Аккуратно, ой-ой. Ракета. Чё там, Эмбер, не выбил? А, у меня эксплозив 27 осталось. Точка F. Как вам такой? Точка F? Да. Так, здесь у них свапы опять. Кровать. Дерево, металл. Вот свапы тоже с оружием. И мало у меня патронов, у меня отродясь только в инвентаре не был. Так. Куда это он выстрелил? В меня. В кого? Да только у меня. Все, Эмбер. Нет. Типа, на взрыву больше нет. Не знаю, выпустил он ему в рожу. Адекват, дай инфу, где он? Наверху, наверху отстрел. Слева. Нам главное дать ТТР до этого, до магазина. Их. Я отошел. Фуловый вон там, на 170 минус. Сейчас я калаш возьму, ну, типа, и фул броню просто одену. Все, адекват, бегу. Ты ёбнул. Минус.
отдыхает, ублюдочный. Можем до него долезть? Долезть до него можем? Да, да. Адекват, подожди. Ладно. Давай. О, застроил вас внутри, если что, чувак. Фу, зовут меня полностью. Ну ёпта. Ну так он вот сзади вас потом. Добил его, да? Да-да. Лезу. Отдохни, ублюдок. О, все, залез. Кто это? Точка А, точка F. Ну шо, здесь норм, мне нравится. Блин, у тебя столько калашей было, ё-моё. У меня? Да. Да, он за шкаф сейчас. А, мне нравится, мне, голова убегает. Броню тебе надо? Не, я фул ловил. А, сделал вид, что ушел. Нас бы с дроздища на коптере забрал, и все, было бы изи. Коптера больше нет. Ой. Понял. За стенками, походу. Зашел в ворота. Я минус адекват. Меня это, Слим убил. А я это, не попал в них. Почему-то я не пострелил ракеты. Вот таким вот образом я отдал все ракеты и все наше взрывчатое данным персонажам. Надеюсь, они были довольны огромной дырой в доме. Мы попытались туда прилететь на коптере, но ничего не вышло. И я со спокойной душой решил заканчивать сезон. Но для себя я отметил, что если бы у нас реально было хотя бы ящик ракет, я думаю, мы их бы полностью зарейдили. Но фармить ради этих ублюдков ни мне, ни моим тиммейтам абсолютно не хотелось. Факт в том, что когда мы были там, внутри дома, они не могли ничего сделать. В смысле, там их всех убил? Ну, прям все трупы? Да. Фуловые вот эти вот чуваки? Да, только ни хрена ничего не видно, у меня фонарика нет. Ебать ты жесткий. Ну вот, еще и вдобавок дрозд всех высушил напоследок. Золотой скинь где-нибудь. Да, знаешь, как запечку какую-нибудь там. Ну что ж, ребят, на этом 66-й сезон выживания я заканчиваю. Это был вестерн сезон, и он был довольно-таки кровопролитный. Это во-первых. Во-вторых, нервно-утечный. Я не знаю, как это правильно назвать. Постоянно как бы беспокоили читеры, и очень много читеров. И, по-моему, мы даже не видели столько еще читеров, сколько сейчас в этом вайпе их было. Скорее всего, да. Правый как бы вот Эмбер первый сказал насчет этого, и в комментариях мне писали о том, что из-за распродажи вот этой вот, которая была летняя, накупили аккаунтов и начали по-жесткому читерить. Это мало того, что, во-первых, мы все выдохлись морально, мы, ну, сколько? Неделю, да, получается, вот, снимали каждый день и по 17 где-то часов, даже было поболее, но, тем не менее, мы наснимали вам контента, это были и онлайн-рейды, и просто рейды, и суперокупные рейды, и побеждали мы читеров, и вот этих вот просто, я не знаю, как опустили, они нас и в онлайне пошли рейдить, и коптер мы их сбили, они чувствовали себя здесь королями просто, но оказались с дырой огромной в доме. Ха, теперь им там надо маленько починиться. Вот, дома мы заправили на фул, вот, они простоят пустыми, ну, сколько, я не знаю, потому что я думаю, что у этих пацанов сейчас так жопа горит, еще больше, этот день, который мы сегодня посвятили, так сказать, обороне и наезду на этих читаков, они постоянно были в фейлах, и я думаю, что они сегодня же нас пойдут рейдить, ну что ж, удачи им, шкаф у нас на втором этаже, а не, на каком втором, на третьем, четвертом, пятом, на пятом этаже у нас шкаф. И он в нычке находится, так что придется им далеко долбиться. Я не знаю, на самом деле, как бы, товарищи тиммейты, вы можете мне по очереди, как бы, да, всем нам, так сказать, подписчикам тоже высказать, но даже то, что я, по сути, вырезал, вы тоже можете об этом заэмоционировать. Что думаете насчет сезона? Я ничего не вырежу. Сезон бомбящий количеством читеров. Да, ну, говно! Да, раз как был говном, так и остался. Но я бы сказал, что он стал еще более, да, как бы на официалках, соответственно. Античит не работает, ничего не работает. Вообще. Да, сегодня забанило первого человека только.
За неделю мы увидели первый. Напрямую разработчикам кидаем уже все ссылки, уже все скриншоты. Им пофигу абсолютно. Просто умирает. О, я думал, будет много гневных комментариев, много мата, а вы, оказывается, приличные. Несмотря на это, мы вытянули весь сезон и все у нас. Да, это именно так оно и есть. Мы именно вытянули. Сегодня самый шикарный день из всего сезона. Ну да, насыщенный. Ну, последний это просто такая, знаешь, изюминка, клубничка такая на тортике прям. Вот, все, ребят, на этом 66-й сезон окончен. Ура! Всем пока! Всем пока! Всем пока! Ты зачем в котелок кинул гранату? Котелок, меня не задамажило? Фух. Меня не стреляет только. Тебя нельзя, я знаю. А что? Набирается. А что выжигать? Что, прям все выжигать? Ну, пошли, да? If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fail? When I'm lost and derailed, if I cry when I'm blue, if I cry alone when I am with you, will you forgive me if I do, if I cry when I'm blue? Through wind and through rain, through trouble and pain, if ever